23, this is Hitman 22, over. Так, друзья мои, всем привет, Армен. А что за метка Кеннинга там? Поставленная задача. Мы должны удержать лагерь подготовки. Это вот это вот и администрацию города. Это, соответственно, вот это вот красное здание. Может, нас уже будут там ждать? По условностям за черную не выходит атака. Они идут с юга на север и будут захватывать один триггер, второй. Мы стартуем здесь, точки, у лагеря, проезжаем по красному маршруту, здесь забираем фагот и уезжаем на свою метку колдов. Так, слушай, не хрест это вообще близко в Рамире на юге, да? Я так понимаю, да. Понял. Мы еще едем. Выкиньте там его. Улицы на дальней? Согласен. Медицина, у тебя в Сушке привезли и в Праге еще дополнительно отгрузи ее. И Полравку тоже привезли. Так, тачки потом вернуть, да, к администрации? Можно в очереди отчитываться, кто первый, кто там второй забрал патроны? И поди у них этот желтый гольф был, да? Вот фагот. Адик, бери фагот. Забрали. Спасибо. Ну, грузим его. ЛС там загрузили? Нет. Да, мы сами грузим. Ага, все, ЛС приступили. Весь сундук. Ребята, 3 минуты осталось. Сейчас это. Готово. Алды фагот загрузили, уехали. Наебашим их там. Мы, наверное, тогда с нами уйдем на сдвиг. А это не, как будешь инфу получать? Сюда, понял. Тупой. Майонез, ты? Я тут кружу, блядь, еще место. Остановись. Стой, не шевелись, блядь, не шевелись. Все, спешились, разошлись. Адик, заберешь фагот, свистнешь, я тачку отгоню. Салай. Че? Давай куда тащить? Я заметку эту хуйту куда. ЛС закончили. Да. Все, ныка. Сейчас я по дворам посмотрю там. Все, разбежались. Медики есть? От меня. Давай. Можете? Мы вправо расписались в контрольный человек. На его ищи пока нам позицию. Все, Санта. Убираем машину. Бери этот самый снаряд, да. У меня один уже на этом, на рюкзаке. А, понял. Так, надо тогда нам... Надо это, смотри, ты доставь где-нибудь снарядик. Надо где-то поставить его. Там еще ведь в этом... Давай.
Я сбегу. Давай искать сначала позицию. Говорит СВР, я нескольких бойцов отправлю на надо юг. Надо смотреть, типа, позицию. Они будут встречать врага там, под горой. Принял тебя, аккуратно. Я думаю, что его сразу будут. Дам на них метку, когда они там примерно рассядутся. Че, уже стреляют? А кто это стреляет? Сегодня не выстрелил, кстати. Штаб, что за стрельба? Колеса, что ли, бьют или что? Да, мы снимаем колеса. Понятно. Медики, там на втором этаже человек в этом здании, который поставил метку. Кто стреляет? Вы что, не можете разбить стекло рукой, что ли? Это не мы. Наш. Все, все на шепот. На фаготе можно не сидеть, блядь, а его где-то поставить нахуй, самим рядом тусоваться. Нашли, увидели, выбили. Метки на себя плюс-минус. Вот место выставки западнее, разберитесь тоже по домам, блядь. Можно на север чуть пройти через дорогу. Не зажимайтесь там в одну кучу в доме по два человека. Всем от машин, всем в укрытии. Денег, моя машинка сорвалась. Похоже на то. Тогда у нас больше нет ни БК, ни медицины. Свои легионы. Ирбис на востоке одиночно стреляю. Кеннинг, ты живой? Лойд Савариус, у вас что там, один дом на двоих? Домов нету больше? Кто? Здесь я сейчас веду. Ну что, очень большой дом здесь? Конь. Угловой. Штаб. Все правильно. Обмазываюсь. А где у нас именно... скандал здесь. Была в триггере. Савариус, я БК тебе скинул, ты в том доме, где БК скидывал, да? Да. Ты метку не там поставил. Она западнее должна быть. Штаб, у меня один из бойцов танк заметил, метку дал. Кинет тебя. Она примерная, это не точно, он говорит, что там на грани пролетел. Примерная метка на танк, бля, поставил. Я понял, они на западе пытаются ваш триггер первым взять, отработать его, так что готовьтесь принимать. Мины все расставили? Санта, поставь на минарет, пожалуйста, меточку. На какой минарет? Ну, здесь минаретик, который у нас есть. Я не представляю, где он. Я не могу. Ну, не вижу. Колон за ушки бегает мальчик, тут все. На трех позициях. На мечеть, что ли? Да, да, на мечеть. Белая метка стоит мечеть.
А че Ландак залетел в город? Аник, смотри, я врач. Вроде на нас поставил. Еду в триггер непосредственно. Шкода, будь добра, не уезжай никуда. Да. Так, штаб на юге, где-то мячики много на противник. Противники двигаются. Скажи, что надо рудомер, БПЛА. Понял. Или похуй. Я все знаю. БПЛА прям над долдами крутится. Булит первый этаж, они там. У меня 27 магазин с ним было, что ли. Ой, 7, блядь. Метку на пехоту поставил с юга там. Он наведет сейчас миномет, тебя уебет и все на. И 7 этих сгорят, бля. Болик мимо проехал. Я обстрела ушел просто. Танк с юга стреляет. Тюнин. Ответил. В случае чего даешь добро на огонь по БПЛА из ПЗРК? Да, давай. Все принято. На востоке вертолет. Пушка на связи. Ветер запрашивает. Да, на связи. Там, смотрите, противники пошли по каналам. Вниз, на запад. Вы там встречаете, да? Я постараюсь сейчас пару бойцов. Тушку по алдам. Вы? Мазик, Рубик. Лёша, Рубик бинтуешь. Помоги мне. Загорелся, все, уничтожили. ЛД Зушка минус. Вертушка заехала прямо в ебашку. Кого? Зушка минус. Зушка, да, минус. Тишина. Я говорю, над эрбисами беспилотник. Сбить его, пожалуйста. Работаем, Хуан. Санта, на мою желтую нужно медик. А, сейчас Санта. Давай. Да, на связи, нужен медик. Освобожусь, привет. Возможности, аккуратненько стягивайтесь на зеленую метку, которая западная моя, хорошо? Западнее триггера. Справь туда хотя бы пару бойцов. УСВ танк рядом с каналом стоит, на западе от 416-й. Он правильно канал, метку походу, поставил? Да, правильно, Санта. Принято. Туда перетягивайся. Легион, у вас там пихи наглеют на горе, где ваша метка была. Так, все была двигаемся на запад, блядь, сейчас метку дам вам. Да нет, Фагот, оставайтесь здесь. И эти, кто медика ждет, один остался, все остальные на запад идем. Все, алды начинаем перемещаться, Фагот оставлю пока на прежней метке. Завтра мы с Артиком в мечеть смещаемся. Они не нет, работают. Никакой мечети, там, блядь, СВР сидят с этим столом. Карту смотрите, стоят СВР, метки, блядь. Блядь, по плану. Написано СВР, да? ТОВ. Нахуй вы там нужны? 5 бойцов на старые метки Санты, отправь, пожалуйста, северо-восточный триггер. Метку СВР, ТОВ в мечети я не вижу. Элосом, да? Окей, отправлю. Да, ближайших туда отправляй. Окей, окей. Все, двигаемся назад. Сидите на своей метке. Легионы к вам в квартал зашли, что хуже. Ну, вам кому нужно медик? СВР в контакт уже в упор воюет. Ты выйди на ДВ, у тебя есть ДВ, ты чё мне мозги бежишь? Легионы, связи. Легион, ответь на дальнем. ДВ-2, следующая дальняя. ДВ-2. Алды.
Санта, актуальна еще метка твоя? Медика, да. Они прям на метке ждут тебя, там двое, кто с зушки отвертали. Медики. Так, КВ-2 или что? Транспорт, танк продвигается ТВ-2. Вдоль канала поверху. ТВ-2? КВ-2. Хорошая работа. Аник, на 225 мраб стоит. Можете сделать выстрел, бросить этот погод ебаный и двигаться к нам на запад. Кто за мной бежит? Флойд. Ищем дырку. Тмика, ты есть? Ctrl-V перелезть. А, не работает. Рядом дырка, слева. Да, дальше. Сейчас он на третьей торис. Готов. Газовый спуск сделали? Мика. Так, толка на дальний. Короче, толка, складывая... Мика на дальний. Пизда полная снарядами, не знаю. Они просто всосались в текстуру танка. Понял, Мик. Метка на меня стоит, метка на нас стоит. Танк на 240, подойди к краю, увидишь. Так, алды на позиции. Враг рядом, смотрим в оба. Мазик вылетелся, выдался там. Рубирует чё, где? Лечится. Понял. Дома разбирайте чуть дальше, чуть ближе. В одном доме не сидите по 20 человек. Продолжает ехать на север, ребят. На 40 технику выбили гореть. Возможно, даже сеть осторожно, ребят. Смотрите, он уехал на север. Танк уехал на север. Стой, вы там как? Пряник. Пряник живой. Твои ребята как там в триггере? Живут, держатся? А, да, их мало осталось. Значит, один из стрелковых сейчас работает. По-моему, техника какая-то. Ну и миномет периодически до сих пор пока работает. Ты, чтобы там минимум двое было. Да, они в курсе. СВР, у вас как? Через вас враг проходил? Вектор запрашивает. Выбирать живой? Живой, живой. Мы пожарку прошли, идем по дороге, как заезжали. СВР? Да, да. СВР ответил, что... Я говорю, через вас противник проходил? Мы воюем сейчас, у нас контакты и на западе, и на востоке. Принято. Регион АТГ, вы там как? АТГ нормально. Регион? Они Мортал убило жестко, когда я у них был. Могу съездить, проверить. Катай аккуратно. Волки здесь? На дальнем. Вы как? Вас не сильно покоцало? Ну, да, они танки мрап, они там, на кто? Ну, разбирайте дома, можно чуть дальше, левее, проверить. Чуть назад. Буль,
Толик, оставь, не едь пидьоном. Я уже вижу, да, не поеду. А ты, что у вас там за ушкой? Работаем по пехоте. 270. Техника на горе высоко. Мраб? По-моему, да, не вижу, не помогает. Мраб, мраб, где окопы накопанные, блядь. Вот он долгий. Ну вот я вижу, оттуда трассера выходят, а вот, блядь, саму технику и то стреляет, и вообще не видно. Вот третья... Видно, 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 видно. Стоит наглый мраб, хуярит по триггеру, по первому. Да-да-да-да-да. По своим работам. Если вы сядете на фагов, то вы меня поймете. Ну, подвиньтесь чуть-чуть поближе. Да. Вертушка. 140. Молодец, еще один вертолет не касался. Ловите. Еще один тоже. И второй вертолет. И второй тоже летит. Ты молодец. Медаль уже заслужил. На юге от нас вектора аккуратно. Или мрак. Наша Зушка сейчас будет все вот с ним мрап или танк подъезжает. Лес, связь. Лес. Да, связь, связь. Ну, в М2 по нам работает с юга, ничего особенного. Давайте полноценно оттягивайтесь на старой позиции алдов. Окей, поняли. В севере нам ждать нечего, так что давайте нужно прислать восток. Танк на 170, на хом выехал. КСВРам с юго-востока еще отделения заходят. Тебя принял. А рядом на востоке что-то... Что-то сожгли у тебя денег, ты гони. Тут машины по КД горят, нас тут пиздят. 100 метров от нас. Там у меня свой подстрелил, короче, мне нужен опять медик. Где-то? Я иду обратно, вон, блядь. Где-то есть метка, куда и куда, медик? Флой, вот мы сейчас забыли. Попадание, что за хуй? Попадание было, он уехал. Пиздец. Да, мазь проезжается. Медик нужен на метку голды. К триггеру прям вплотную севернее входит туда. Чё, где враг? Западный мраб, который работал по западному триггеру, спустился вплотную, сейчас севернее объезжает его. Угу. Медик на дальний прием. Записываю метку заехал, потому что здесь пиздец, и оттуда, и оттуда. Сука, я ж тебя найду. Никто не докладывал. Гулик, варки этого здания заедь, там враг и оттуда ебашит, и с юга, и с этого, севера. Виктора, вы там живы? Варку сейчас заедет. Сектор СВР. Ирбис, покупайте с этим, пожалуйста. Ирбис принял, еще иду. Так, вижу еще идет враги. Там же на 65. Да. Стройки, окапывайтесь здесь как можете. Бля, я сильно сомневаюсь, что ты врага там видишь. Поставил еще. Имей в виду, там отделение свои. Кто ко мне подошел?
самолет. Только что доложил в рубероке, я понимаю. Я умру, чтобы вы не искали. Принял 2-4. Кто стрелял на 60? Да. Алды. Ты что, все хоть вас дымы надали? Нет. Я сам дымы видел. Через дорогу, да, через трассу двойную на север, северо-восток. Бля, они не отвечают, они и там, и там. Вот какой-то пиздюк из дыма выбежал в нашу сторону, непонятно. Вот, желтая ЛС здесь, и желтая ЛС вот моя, бля, вот ты где видишь, мы раньше были. Подбежал к этой самой, блядь, как крипу к этому ебаному. Я не вижу еще. Он забежал за а дом. А где там, вот, кто там, дюк? Я хуй знаю. Вот еще второй туда бежал. Ну не стреляйте, забейте. О, по нам. Выйдите на КВ КЛС, вы узнаете, что происходит. Хватит флудить, блять, уже ради бога, а. От позиции МТГ примерно. Слезь ты нахуй с этой пожарки, если ее убивают. Ну я вниз спрятал. Получается, что захвачен. Штаб, по всей видимости, все, да? Ну его дом снесли, сейчас пойду попробую его вытащить. Давай, если что, кричи, мы тогда придем туда, блять, на эту поляну, держать ее. Ну,
смотри, если я молчать буду, то придется идти на порядок. Я понял, принял. Короче, дом со штабом сложили. Если сейчас дом со штабом сложили, Вулик сейчас пойдет проверит. Если у него получится вытащить штаб, блядь, то сидим. Если нет, нам придется идти на поляну эту, блядь, условно, где что называется триггер. И пытаться ее держать. Потому что если какой-то пех забежит, он захватит. Вот вся арифметика. Триггер вот за нами прям вот, вот где все дымится. Где дымы, да, понятно. Штаб, там есть попадание по вертушке. Еще раз. Штаб, попадание по вертушке. Да, вертушка падает. Вы своих уярите, да? Да, да, там они на второй КВшке сейчас на своей метку поставят, чуть-чуть севернее, ну, на дороге, короче, да, укрепятся, бежать. Ну и ЛСов вы нахуярили, соответственно. На 120 парашютист падает, далековато, километр, наверное. Там есть кто убьет его. Он же мертвый. Ко мне. Сашка, на связи? Метку поставил. Какую? Куда? Севернее от желтой в, к- в наш КВ ЛС. Угу. Тебе юг, с юга, да, Санта? Да, по-моему, да. Сварщик на связи, мы на Толе. Подскажи, на востоке от триггера города там есть еще на высоту противника? По мне в здании в разъебанном работает кто-то. Ну, на востоке какая-то сейчас пехота через легионов заходит. Окей, у вас все в порядке? У нас тишина вообще. С вашей стороны сейчас в сторону триггера, где сидел штаб, велся обстрел по меди. Ну да, подтверждаю, по алдам тоже оттуда с меткой волков прилетает. Не знаю, у нас тишина, тут у нас вообще не Санта, вы подтягиваетесь в район квадрата красного? Нет, сейчас будем тянуться. Перетягивайся, так. ЛС, дальше.
тянемся в район триггера к красному квадрату. Ахиллес. Там развалины, кусты, ямы. Все, что можно занимать. У триггера нет никого, блядь, обороняться некому. Сан, ты скажи, кого триггера текущую? Да, здесь остаемся, там все метки. Метки на врагов поставил, где мы их ставим. Делись на две группы и по моим зеленым расходись. Сан, ты поранился? Нет. Принял буду. Волки, деритесь как можете. Алды к развалинам подходим. Хорошо. Ирбис. Ирбис на связи. Чуть шире. Выбирайте себе камни, кстати, руины, блядь, залазьте в них. Идите. Вектор. Вот это гора, блядь. Всего это и есть. Живой. Беркут пехотный. Алды в триггере. Отлично. Блин, там у пряника жопа вообще. Он еще живет? Все, мужики, по развалинам расселись, держим оборону. А, мы прям внутрь заходим? Ну да, да, но условно триггер. Я думаю, на метку свою откидал. Это ФК. Давай активно. Сам, ты на связи? На связи. А у тебя фагот остался? А, сейчас тут... Чё с фаготом? Это РК. Приём, это... Нет, с нашим фаготом? Нет, да, да, да. Мы его отстреляли. Все, отстреляли. Один в АТВР, один в танк. ЛС, отлично. Нас свои покромсали походу по дороге, блин. Когда меняли позиции. Это грустно, но бывает. Две зеленые метки ЛС, постарайся занять. А остались нас двое только. Блин, ну тогда займи западную. Товарищ, врага, говоришь, видел, да? А ЛС два человека остались. Метка ЛС, единственное, ее одного точно. ЛСа? Принял. Врага. Да это враг был. Да вот техника врага там шумит-то, да? Да это зушка какая-то. Северо-востоке строки свои тоже. Да. А, нет, там непонятно вообще. Свои там не свои, хуй знает. Кто-то бокошки мелькает на северо-востоке периодически. И только что все отзывались. Если будут, то это скорее всего ЛС. Ну, здесь вижу на последнем этаже бокошки выглядывают. Попросили просто. Хватит нести всякую хуйню. Все, что вижу, то в КВ, блядь. Нам пизда. Блять, как меня не скандалжит. Так, назад поднять, нахуй. Все, замечательно. Все, додержимся тогда. Смотри, на юге у тебя у волков там движуха какая-то. И...
гранат у кого есть, блядь, тогда нахуй. Не-не-не, пока ничего не кидает. Не. Так, чел на здании на западе с пулеметом наверху, блядь. Мелькнул, не понял, свой, чужой. На флажке. За магазином прямо здание высокое. На севере дымы за забором. Это минами, это миномет кинул. Это миномет. В стройке был свой. Да, да. Санта 210 через дорогу дымы. Да принял, принял. 210 через дорогу дымы. Пошел нахуй со своими дымами, черт, блядь. В таких условиях сейчас штыковая тут будет. Так, перехожу в штыковую. Едет нахуй с юга запада. Ебать! Я кучу такую навалил, что за ней уже можно прятаться. Аналогично. С 200 мрап идет. 200 мрап идет. Возьму тут 200 мрап.
севере. Сколько там до конца, не знаю. Бля, минут 30 еще. Нет, я скажу, не так много осталось. Ну, с начала фреза час 25 прошло. А должно 2. Да было, бля. Час 25 прошло, должен быть. 220 остановил. Да ну это нереально. Не. Подорвалась. Кто постройки ебаш? Это вы? Это в нас? Постройки кто-то хуярит? Пулеметчик хвастался, что он нашел РПГ. Стреляй, Волста! Здравствуйте. Танк, сука, прям по мне! Тебя над башкой прям пролетел. Стройки свои есть? Да непонятно нихуя уже. Смотри внимательно. Бля, вроде в кассе. Берем дышку. Да подпусти поближе. Настройки? Там настройки был наш, я хуй знает сейчас. Ты имеешь в виду серную стройку, да? Первый этаж стройки свой. Где медицинская машина? Клинил. Юг, декран. Северные стройки, наверное, даже тоже.